И оттуда лучше не лезть. Хорошо, не буду лезть. Это она есть лазанью. Бич лазанья. Бич. Знаешь, Бетти, вчера она пошла со своим папочкой. А когда папочка возвращается? На самом деле, он может и не вернуться. Сегодня вечером. Марлин, что ты? Больше нельзя тратить время. Это на что-то намек был, что Марлин угрожает опасность? Это в чем было дело? Да не парься. Давай пойдем. Слушай, это какая-то подруга Марлин или что это было? Какая-то похожая на Марлин девочка. У меня есть вопросы, на которые игра отвечать, наверное, сегодня мне не будет. А почему там какие-то вспышки в здании? Там вспышки, там взрывы. Я один их вижу. Оно двигается. Может быть, сможем перейти на другую сторону? Орлики, бей! Вы, конечно же, об этом не знаю. У меня есть группа ВК. Я не очень редко говорю, потому что я, ну, сам как бы в ВК сижу редко. Захожу только почитать сообщения. Но меня в ВК привлекает моя собственная группа ВК. На самом деле, не только, но тем не менее. У нас довольно классная группа. Она сейчас у вас на экране. И если вам как-то бывает скучно, или вы хотите Евгенова контента с мемами про все, что у нас происходит на стримах, с моей жопой и драными трусами. В общем, у нас здесь максимально весело. По крайней мере, слушай, я сейчас просто смотрю и как бы немножко ржу. Ссылка в описании, вы знаете, что делать. И что еще немаловажно, это поделиться этим видео ВКонтакте. И можно поставить палец вверх ему. Я не заставляю, я намекаю, что такая... Ой, интересный стол, надеюсь, меня видос не забанят за него. То есть мы деремся с всякими существами, пока мост поворачивается. А мост почти повернулся. Не, ну это прикольная механика, что мы как бы не скучаем. Игра нам всеми дает контент для развлечений, но все же. О, все, Стагер, ну до свидания, дуралей. Ха-ха, другалек, все, да, призраки. Призраки, а призраки в Генеруса. Я призрак Никитки вора каналов. Ну да, да, Никита ворует каналы, что дальше? Черт, оно меня жрет. Может, не надо? Слушай, как всегда у Тифы имбовые кулаки, которые лупят всех, и она почти не принимает на себя урон. Как это работает? У меня такое ощущение, что Тифа топ-персонаж. Раньше мне Клауд топом казался. А теперь мне кажется, что Тифа топ-перс, который вообще имбовый и боится вообще ничего. Просто за нее сейчас всех тут раскладываю. Возможно, она просто не боится призраков. А Клауд просто отдыхает. Ну все, Клауд встал. Можно переходить. Я Секира, кстати, вот знаете, сложная игра, создатель Dark Souls, я прошел весь Секира с щитами. Ну не весь, я какую-то часть игры с щитами прошел, потому что просто осознал, что не, я не смогу. На самом деле, потому что у меня времени не хватало, я даже не выложил то, что я прошел, сам для себя прошел. Этот путь тоже заблокирован, мы так близко, я уже вижу. Думаешь, эти поезда все еще могут запуститься? Ну, попробовать-то можно. Хорошая попытка, может быть, он работает? Я знала. Серьезно. Старый локомотив работает. По-моему, в нем живет какая-то египетская сила. Может, нет, мне кажется, нам помогли. Всем норм? Да. По-моему, нам помогли. Я думаю, это... разделение платформ. Какой код? Принял. Да, да, конечно, я сделаю это. Можем сбрасывать чертову платформу. Это просто... Постой, то есть они там реально платформу сейчас взрывают, и мы не успеем добраться туда.
Блин, аваланчи защищаются. Ты что, хочешь сдохнуть или что? Потому что сейчас идет дерьмо. Рено, что происходит? У вас проблема? Да не совсем, просто тут ребята местные стреляют, защищают столб. Что, еще героев? Посылаю подкрепление. Чем больше игроков на сцене, тем лучше. Так вот кто мы, да? Игроки на сцене. Свяжитесь со мной, комиссия будет окончена. Интересно, кто этот Сэнк? Тифа. Они реально скинут плато. Ну, я назвал тарелки, но вообще-то плато, вот эти тарелки, районы. Если бы здесь был Барретт, он бы не дал этого сделать. Все, что мы можем делать, это двигаться. А где Барретт? Он что, умер? Я не понимаю, что с Барреттом. Пожалуйста. Пусть у нас будет время. Будем надеяться, что Барретт не умер. Просто у меня вопрос, почему Барретт не защищает тарелку? Окей, он может просто не знать об этом. Я не верю, что Барретт мог умереть. Орла, это невозможно, это нереально. Как я понимаю, нам сюда? Или это путь назад? Вроде как вперед. Еще вертолет! Сколько же их? 3? 4? Почему я не удивлен? Я удивлен, 4 вертолета. Почему они изначально послали только один? Просто это странно. Почему нельзя было сразу послать большую группу и... Ну окей, может быть, большая группа сразу была бы подозрительна. Посмотрите-ка на это. Аж свет загорелся. Интересно, как это связано, что свет загорелся в вагоне, который мы подвинули. Я же ему не электричество подвел, хотя. Почти там, давай. Ну давай, что тебе дать? Да. Ой, оно сзади. Что-то эти призраки от нас не... Они что-то хотят, понимаете? Все эти призраки, они же что-то хотят, да? То есть явно что-то надо дать. Слушай, я надеюсь, бабка сейчас не очень темная. Эрит! Ой, нас засосало в параллельную... нет, ее. А меня нет. Чёрт, чё же... Шо будем зробить? Дети, которых уносит черный ветер, должны жить на поездовом кладбище вечно. Черт, походу легенда была правдива. Нет, они ее куда-то унесли. Вопрос там куда? О, это тот самый грустный призрак. Ты просто пытаешься помочь, не так ли? Так он не помогает. Призраки же как бы существуют в нашем мире, потому что у них есть незаконченные дела. Возможно, если помочь этим детям, то что-то изменится, если это дети. Ой. Это выглядит злобно. Ты тот, кто... Ты готова? К чему, дорогой? Ну, ты готова? Я готов. Они в прятки играют? Я тоже. Нашел тебя. Да быть не может. Мы нашли тебя. Поймали. Эй, а где Эрит? О, это ее детство. I'm ready. Я готова. I'm ready. Я готова.
Я сказала, я готова! Пойдите, найдите меня! Right, я прямо здесь. Mom. Мама! Эрит! Да все норм, оно меня не убило! Сука, нет, слава богу, что ты спас меня, иначе бы я сдох. Видимо, тут есть хорошие призраки, а есть плохие. Ну, типа, тот призрак хороший, а это злые. Эй, мы тебя нашли. Слушай, почему эта игра такая охуенная? Блин, почему она такая классная? Я не понимаю. Почему японцы смогли сделать такую охуенную игру? Ну, получается, что нашла, да? Это Чериот, это колесница. Это же стенд. Сильвер Чериот. Как звали чувака, у которого он был? Жан-Поль Порнолев, точно. Из Жожи. Ну кто Жожу знает? Элигор. О, Элигор, слушай, по-моему, и в Персоне 5 есть, если я ничего не путаю. Там Элигор тоже есть. Но я могу путать. Я сейчас ни в чем не уверен. Кроме в том, что меня зовут Евген. И жизнь этот Лев. Я знаю, что сказал еще. Слушай, он какой-то электро. Я думаю, что... Давайте его проанализируем, но я ставлю свои 50 рублей на то, что он боится ветра. Но сейчас узнаем. Не, он будет холодно. Ну, минус 50 рублей, ребят. Пишите в обмане, кому скид... А, не, в обмане сейчас никто не пользуется. Не знаю, короче, это, никто 50 рублей не получит. Потому что я жадный, Евген жадный. А то, видимо, надо бить с определенной стороны. Типа, надо в жопу его бить. В жопу. Так, у нас получается все схвачено. Давай, Чокоба и Мугл. Посмотрим, как они справятся. Хотя, по идее, тут Шиву надо вызвать в идеале. Но я не помню, на кого у меня Шива раз. Плюс я хочу вызвать вот этих другальков. Самый милый саммон в игре, который у нас только есть. Так, Чокоба, удар Чокоба и взрыв Мугла. Ну, давай посмотрим, что взрыв даст взрыв Мугла. Наблюдаем внимательно. Это уже началось? Ты уже сделал это? Так, пока что наш саммон полная фигня. Жалею, что вызвал. Ну давай чё, вот, пинок Чокоба сделаем. Типа, а куда деваться? Blizzard сделай. А, ну пинок Чокоба что-то дал вроде. И там еще будет альтимативная атака, но это будет позже. Ох, ты всадник без головы. Ну, это голова, правда, есть. Он похож на из Дарксайдерса какого-то чувака. Только не знаю, какого. И-и-и, я конь! Я дикий конь! Нет, это ее ход. Да я понял, что hit it with magic. Так, нужно бить сильнее. Сначала с барьером разобраться. О, сука! Он ей всыпал! Черт! Забавно, как она замедленный съем. Смотрите, а как она взлетает в замедленной съемке. Блин, я не успел применить, по-моему. Черт, возьми, все умерли. Помоги нам! Ну окей, если я сейчас умру, я Шиву в следующий раз вызову. О, это целая армия атаковала. 2000 урона? Ну, это нормик, но Шиву могла больше нанести. Хорошо, что я не использовал способность раньше. Нам очень повезло. Так, Фоуник Заун Эрит, потому что подлечить всех может. Жалко, за бой можно только один саммон сделать. Мне нравилось, в 15-й части можно было несколько. И это было круто. Что ты мог сделать несколько саммонов? О, началось! Зачем он это сделал? Клауд! Оглянись! О, это так мило! Клауд, ты молодец. Слушай, это было так мило, что они защитили друг друга. Ветра гиены. Так, надо посмотреть, у него изменились его способности. Так, нет, теперь только холод, он использует ветер. Да! Еле победили, но, блин, победили же!
Держитесь, ребята, мы идем. А ты отправляйся в ад! Слушай, это типа она и должна была его победить. Let's go. Right. Right. Пойдем, да, да. О, это призраки. It's that ghost. Это тот призрак. Вау. So long. Прощай. We made it. Мы это сделали. И это что-то значило? А, это значило конец уровня. Паранормальное расследование. Слушай, сколько оно у нас заняло? Вот эта локация была такая. Необычная, но не знаю. Меня не сильно зацепило. Местами было прикольно, но в целом... Не знаю. Такое ощущение, что просто немножко время растянули. Но, тем не менее, мне рассказывали, кстати, что в оригинале был большой открытый мир, в котором можно было дофига всего делать. Здесь как-то все не так. Борьба за выживание. Глава 12. Из 18, но хочу напомнить. Это почти конец. О, вот он! Вот и они, ребята! И, похоже, Джесси выздоровела. Внимание, аваланчи! Вы окружены! Упадите и сдайтесь общественной безопасности немедленно! Шинра не будет с террористами договариваться! Сопротивление! И вы будете сопротивляться ему свою витальную силу! Я повторяю, Шинра с террористами не договаривается! Сопротивляйтесь, и мы будем использовать летальную силу. Я вот сейчас тебе в задницу засуну летальную силу, засранец. Барретт очень любит про задницы, кстати, говорить все время. Стоять! Я сказал стоять! Сейчас же бросайте оружие. Ребят, мы террористы, мы вас не слушаем. Вы, фашистские ублюдки, идите нахуй! Ну-ка, насколько мы знаем, главное правило Звездных войн, крови нет. Они хотят бросить целое плато. Вот так, вот просто. Нет. Такого не будет. Тифа! Нужно идти за Тифой, мы должны спасти мир. То есть, ну не мир, а целый район на минуту. 50 тысяч чериков. Да, мы пришли. Мой родной район. Ха-ха, по красоте. Пожалуйста, пропустите нас! Высокоуровневые призраки из начала игры. Так, мой меч немного застрял. Ты что такое вообще? Клауд, Тифа! Нужно пройти! Неважно, как именно! Ладно. Так, давайте вспомним, как пробивать через элементарий из начала игры. Я все равно думаю, что то, что было в начале игры, это сон, и вообще все, что Клауд видел, это просто сны минувшего будущего. Знаете, как в Людях Икс, типа, это сон.
который рассказывает о лучшем. Слабости нет, не боится вообще ничего. Ладно, значит, будем драться в небесах, будем драться до конца, как у Кипелова в песне. Кто, кстати, Кипелова знает? Утарию группу. Просто я в детстве фанател, ну как, слушал, ну и... Наверное, по моим длинным волосам заметно, что я, наверное, когда-то был фанатом Арии, но это было очень давно, и это было неправда. Давайте попробуем Just Like Thunder. Ту-ту-ту-ту. Не могу драться с тем, что у меня находится сверху, и камера это даже не видит и не снимает. Еще чуть-чуть, еще буквально пару ударов, еще буквально... Да, станет! Так, орлики, теперь бьем все! А, так еще подкатилось, прикольно, слушай, мне нравится. Конец бесконечности. Сейчас самое время для использования всех способностей на 100%. Выбили просто всю дурь из призрака! Еще один заход и все. Да, видите, я же сказал, нужно довести ее. Их слишком много. Ну, кулаками против духов это как минимум... Это как минимум 400 IQ. Они полетели наверх? Интересно, что это за духи? Эрит, и как с ними связаны Юния, вот эти чуваки в плащах? Давай. Может быть, эти духи есть, вот этот Юнион. Помните, вот этот чувак, которого мы в начале игры и в середине находили? Который в балахонах и с цифрами на плечах. Вот мне интересно, как они связаны с духом, потому что они 100% связаны. Вот как именно, хрен знает. Ну, Людина что? Людина не знает, что делать. Смотрит на шоу. Что у вас есть? Давайте! Слушай, он так орёт, что слышно аж в аду. Ой, то есть внизу. Чувак, перил не могут так защитить. Это Барретт! Овощ! Крюкан спас! Но надо спасти его, а то он упадет. Черт возьми, чувак, плечо. Ты норм? Клауд! Это Шинра, они пытаются уничтожить столб! Я знаю. Надо вернуться взад. Барретт и другие все еще... Стой! Оставайся с овощем, я пойду. Конечно. Я тоже иду, я все еще могу драться. Биксон, он стрелял в меня и... Вэш, пожалуйста, пусть Клауд разберется. Постой, Бикс стрелял? Не пасть, я найду его. Постой, Бикс стрелял? Бикс предатель? Держись, ребята, помощь идет. Постой, Бикс, он сказал, что Бикс стрелял в него, или мне показалось? Вэш, слушай внимательно. Ты оставайся здесь с ними. Блин, Клауд за всех отдувается. Почему тянки не идут с Клаудом? Ну алло. Так не помню, Бикс предатель или? Наемник вовремя показался. Да, он предатель. Раз он так говорит. А я думал, Бикс нам друг. Надо сделать мою часть, чтобы убраться и украсть все представление на себя. Ну, а он против кого, блин? Он и против Шинера, и против нас, что ли? Он против всех? Пиздец какой-то. За кого он? За кого Бикс тогда, если он предатель? Ради любви всего. Я так все заебал. Да рассказывай. Как нас тут трахают, да? Что не так с этими людьми? Чуваки, я сейчас вас так трахну, что вы это всегда запомните. Лучше лежите дальше и не рыпайтесь. Так, вот, наконец начинается мое любимое, когда мы рубим людей из самого начала игры. Когда мы рубим людей, Евген использует свои способности по максимуму. Кстати, надо прокачечку сейчас будет сделать, потому что, мне кажется, мы прокачались. Так, Just Like Thunder! Ту-ту-ту-ту! Сила! И немножко огоньку не найдется? Ты, наверное, тоже хочешь подгореть, да, сладенький? Отправляйся в духовку. Ох, как же я люблю рубить обычных солдат, вся кайфово, потому что они падают очень легко. Чел, ты что-то борзый? Дробовик нашел? Мамки в подвале? К мамке в подвал и отправишься дальше компьютерные игры снимать на YouTube. Задрот. Подвал к мамке, да, сука, мамка, мамка. Мамка. Мамка, мать, мамка, мать. Так, давайте. Сынок, мы идем наверх.
Казалось бы, что может пойти не так? Изми, кстати, скинула статью, что у нас в одном из районов города отловили наркоманцев, орлы. Я вот осуждаю, кстати, такое. Я против наркоманов. Я сам никак, кстати, ничего не принимал. Я не принимал ничего более запрещенного, чем энергетики, ребят. Вот, ну, вот там Адреалин Раш стоит, и они запрещены, потому что, не знаю, их нельзя до 18, типа, пить. Ну, по законам, по крайней мере, моей области, их нельзя пить до 18. Всем пихуй, конечно, но... Тем не менее, в Ленте, покупаешь на вот этих аппаратах самообслуживания, сам пробиваешь товар, приходится звать кассиршу, чтобы она одобрила, что я уже взрослая. Кстати, это было прикольно, там была женщина у соседнего автомата, и она попросила кассиршу, сказала, пробейте, что мне уже можно, и мне почему-то смешно. Блин, а так звучит, знаете, пробейте, что мне уже можно. Это было забавно. Ладно. Сынок, мы идем еще выше. Кстати, тут же два столпа, или это типа один столб, и если вот это уничтожить. Просто странно, что все вот эта тарелка держится на одном столпе, если его обрушить. А как же район, который над ними? Или это не так работает? Блин, а он-то не знает, что Бикс предатель. Видимо, этот дух пытается мне объяснить что-то. Но Ладж же не понимает. Тот момент, когда ты смотришь в душу дьявола. Виляй в бездну, а бездна смотрит тебя. Бикс! Ты это сделал? А может быть, я и не смогу. Эй, а Ведж? Да не парься. Он выживет. Это... Приятно слышать. Мне бы и самому помощь не помешала. Там все довольно плохо. Клауд, обещай мне. Пусть это будет не напрасно. Так, а что насчет тебя? А что насчет тебя? Я еще подерусь. Может быть, на взвод или два? Не нужно быть солдатом, чтобы что-то поменять. PlayStation, не порти момент! И еще одна вещь. Дом Листа. Это... приют. В секторе 5 в трущобах. Дети. Они крутые. Я их посещал раньше. Коронка все достала. Легким пизда. Это придется самому сделать. Догадай. Ты любитель детей. Он что, педофил, по-твоему, любитель детей, блин? Но, знаешь, у тебя столько общего. Общего с чем? С детьми, что ли? Удачи тебе, Клауд. Кидок, предатель. Он же сказал, что это все кидал бы. Наше будущее в твоих руках. На самом деле, мне тяжело на это все смотреть, потому что я же понимаю, он же сказал, что чертов наемник пришел. Ну, то есть, Бикс явно хочет что-то, вот что-то мутит, крутит, и непонятно что. И, возможно, он вообще притворяется, что ему хреново. Это не конец. То есть, он притворяется мертвым, а потом он сейчас возьмет и сбежит. И потом окажется, что Бикс, не знаю, на службе президента и... Короче, я чувствую, будет подстава, как-то все слишком хорошо. Вернее, плохо, неважно, Бикс, ладно, отдыхай. Пока что поверим тебе, Бикс, но не волнуйся. Ты уже все раскрыл в предыдущей катсцене. Я уже все про тебя знаю, тварюга. Я же все про тебя знаю. Ты кидал, ты кидок! И Вэш же нам сказал, что типа это Бикс был. Ну то есть он намекнул по-тихому. Ты притворяешься или ты реально сдох? Так, ну, будем считать, что реально. Черт, еще это наш. Контакт, L5! Двигаюсь. И хилик... Летуч? Я не понял, это прикол такой? Так, давай аэро ему встаем, посмотрим, как он упадет, не упадет. Сейчас вот не понял шутку. Слушай, я... Серьезно? Так, я не, ну, немножко не уследил за ХП, ребят. Бывает, бывает. Все, не бейте. Я бы хотел огоньком жахнуть, но... Так, все, уже можно. Мне уже можно.
Еще и в стагер его отправили. Давай, жахни, тем не менее. Чувак, ты не поможешь своему другу. Твоему другу уже пизда. Он родился пиздатым. Пригорело, да? Пригорело, друхалек. Сука. Специально, сука, улетел, да? Карлосон ебучий. Карлосон, сука, спускайся. Ну чё, такое тебе нравится, а? Ой, так, держим оборону гражданскую. Сука, охреневший. О, два верта... Меня уже дважды имеют. Два чертова вертолетчика. Это так не бывает. Да просто это жесть. Два вертолетчика имеют меня. Два врага. Я, блин, я по 10 человек на себя беру. Два вертолетчика. Так, это прям босс-файт какой. Слушай, я с боссами так не потел, как потею с чертовым вертолетиком. Сука, это, наверное, шутка от разрабов какая-то, типа, два босса вертолета. Я использую свой лимитер против какого-то обычного противника, но... это пиздец. Нет, в хорошем смысле, то есть, на самом деле, это дико неожиданно, что какой-то обычный моб мне что-то сможет, ну, действительно, как-то нанести урон. И против него я впервые начал реально укрываться от атак. Обычно я этого не делал, потому что смысла не было. Но здесь это был как босс-файт. Как вот, вот как ты так убил? О, опять еще теперь двое. Ой, заебись. Ох, лесенка моя родная. Давай, давай. Завтра с Лизой, надеюсь, погулять пойдем. Ой, слушай, сейчас же карантин. Ребят, сидите дома, не гуляйте. Мы за продуктами пойдем. Я сегодня, правда, ходил. Может, не пойдем, не знаю. Хочется, да хочется пройти Final Fantasy, ну не поскорее, а именно насладиться игрой, потому что я сейчас на, получается, 12-13 уже главе. Так хочется узнать, что будет в конце, так хочется добраться до гранд-финале и получить. Поебали. Мне кажется, это важно. Тестирую, тестирую. Внимание, ублюдки Аваланчи. Мы знаем все про ваши злые планы уничтожить столб. Но турки, но Шинра, это мы, не даст вам это сделать. Так что уходите от оттуда, куда вылезли. Слушай, мы спасаем столб, а не уничтожаем. Может, объясните это? Это не поможет, да? Или поможет? Так, хорошо сказал. Постой. А я тебя знаю. Узнал, наконец-таки, слепой. Мистер Первый Класс. Он захочет реванш взять, да? Зря. Ой-ой. Ох, босс-вертолет. Первоклассный говнозад. Я тебя захватил. Некуда бежать? Ух, нам повезло, что тут есть трубы. Не, плотнее, хорошо. Бросай свое оружие и сдавайся. Шинра не договаривается с террористами. А он сидит там рофлит такой. Почему это так непонятно? А я не знаю, не забавные, просто ведут себя как-то. Как будто это все шоу какое-то. Чувак, хватит эту дешевую игру. Укрытий больше не будет. Вниз! Вот это стиль, вот это стиль, вот эта техника. Спасибо. Это было близко. Как оно? А пластырь вы откуда взяли? Намного лучше, спасибо. Откуда пластырь? Вот я не понимаю просто, откуда всегда у героев берутся пластыри? Мне жаль. Я не могу оставаться здесь. Нужно помочь им. Иди. Следуй за своим сердцем. Я-то думал, они поссорятся, и в этом будет Цимис. Эрит. Есть бар в центре города, Семь Небес. Мне нужно, чтобы ты... Марлина отвела безопасность, да? Это нормик, я найду ее. Типа, ее беспокоит, откуда она знает про Марлин.
Это маска телепатии. Отведешь ее для меня в бар, Ведж? Считай, сделано. Отправляйся туда и пни Шинру под зад. Давай, семь небес впереди. Ведж, постой. Вы, ребята, не можете тут оставаться. Эй, отпустите нас, давайте, давайте. Слушай, а че эти шиновцы тут стоят? Вы должны отойти от ворот. Открывай ворота. Пропусти людей, отойди. Не будет такого. Ведж. Ребят, ты не знаешь, что делать. Я не годен. И не здесь, не наверху. Это неправда, овощ. Не сдавайся, надежду пока что. Мы все еще можем спасти много жизней. Ты не думаешь, что мы сможем остановить падение плато, да? Я хочу верить, что мы все еще можем как-то победить. Но что-то в моих кишках говорит мне, что нам стоит сдаваться. Просто чувствую так. Знаешь, такое чувство? Да. Я знаю. Но это не оправдание, чтобы сдаться. Я не оглядываюсь назад. И я иногда думаю, что я бы хотел что-то изменить. Но прямо здесь, прямо сейчас. Я хочу, чтобы ты сделал все, что можешь. Я не уверен, что будет дальше. Но я уверен, что я не хочу пожалеть тех выборов, которые я сделаю сегодня вечером. Наши жизни в наших руках, в ваших руках. Не откройте ворота, мы все умрем. А то есть обычно люди не могли так взять и открыть ворота? Закрой их! Нет, сэр, такому приказу подчиняться не буду. Сюда все! Быстро, быстро! Ты не можешь просто... Постой! Да может! Ведж, семь небес туда по дороге, да? Иди прямо и смотри вперед. Ты не потеряешься. Не парься насчет меня. Нормик, я людей в безопасности отведу. Да блин, всего два солдата, что они могут там сделать, да? Выбирайтесь из сектора 7, пожалуйста, вы должны уйти из сектора 7 как можно быстрее, прямо сейчас! Идите в 5 или 6, и куда угодно, но не сюда! Всем нужно валить из сектора 7, сейчас, пожалуйста! Замедлись. Что происходит? Что они делают с этим столпом? Ну, все еще есть, но... Они хотят уронить на нас плато. Да. Эти сукины дети! Они думают, что это пользу сделает? Можете потом про это плакать, но прямо сейчас всем нужно спасаться. Постойте. Но нужно дороги расчистить. А, хорошее мышление. Займись этим. Дороги расчистить. Они тебе что у нас загрязнены? У нас завалы какие-то. Аваланчи, как я понимаю. Я просто друг. Скажи Тифа, чтобы залегла на дно. Мы тут разберемся со всем. И она, бабка, побежала. И нам пора бежать. Надо добраться до семи небес. Вот и оно. О, господи, оглянитесь. Известно, Барретт-то где? О, нет! Оглянитесь, сейчас упадет! На семь небес падает! Нужно спасти Марлин! Блин, беги, спасай, Марлин! Фух, повезло! Сильно повезло! Очень сильно повезло! Тройное везение, комбо! Нужно спешить, поспешите! Огонь распространяется! Марлин! Слушай, надо что-то делать! Как нам прорваться? О, нет! Нужно найти другой способ пробраться. Там сбоку есть проход.
Попробуем обойти. Черт возьми! Как мы должны сбегать? Так, должен быть способ. Так, пути, путите меня, я должен спасти девочку. Наконец-то! Все, сейчас он взорвется, и мы тут тоже не пройдем. Знаешь, тот момент, когда все спасаются, ты такой, я самый умный. Иди, иди, хватит толкаться. О, ты бедняга. О, это девушка-кошатница. Я знаю, наверное, больно, но ты должна быть смелой сейчас, ладно? Давайте, двигайтесь, сюда, сюда! Эй! Сюда, давай! Я тебя тоже заберу, ладно? А Марлин! А Марлин! Почти там, ладно? Блин, так мило, как она спасает девочку, но Марлин! Эй, что происходит? Все все слышали? Женщина, а почему вы не убегаете? Вы самая умная? Люди, почему вы не бежите? А, ну наконец-то. Почему люди чего-то ждут? Я был в норме, не парься про меня. Мы сможем выжить! Нужно просто работать вместе. Слушай, это так круто! И так мило, и я не знаю, и драматично. Сюда, быстрее, двигайтесь! Сможешь о ней позаботиться? Конечно! Бетти, я тебя везде ищу! Папочка! Ты будешь в порядке. Так, нам предстоит на штурм идти. Постой, там уже... Так мы сюда пойдем тогда. Должен быть проход. Так, нет, здесь его нет. Сорян, ошибся. Пожалуйста, мне нужно пробиться. Почти там. Слушай, может быть, здесь можно пройти? А, я думаю, здесь. Нет, это того не стоит. Подтверждено. Одна птичка потеряна. Наверное, к лучшему, в конце концов. О, это Сэнк, чувак, который отдает приказы. Слушай, ну, я думаю, это будет главный босс, которого мы пиздячек-то подовешаем. Смена планов. А с этого момента занимайтесь всем сами. Кто-то слишком много приключенчествовал. Я почти увидел трусики. Ну блин, сейчас не время думать о трусиках. Сейчас время действовать. Давай, нужно втопить. Пожалуйста, будь в порядке. Блин, а интересно, почему она сама не сбежала? Наверное, в подвале сидит. Держись, Марлин. Я иду за тобой. Самое обидное будет, если район в итоге не будет разрушен, и мы зря парились. Хотя он будет разрушен. После таких-то жертв и эвакуации. Было бы странно, если он не был разрушен. Марлин. Блин, где она? Где она? Она здесь. Вот она. Марлин, вот я здесь. Ты Марлин, да? Кто ты? Я... Друг, Тифы. А где она? Прямо сейчас. Она с Клаудом и остальными. А папочка тоже? Ты имеешь в виду Барретт? Да, он там тоже. Ну, это в раю, но... Постой. Дедушка... папочка домой не придет? Пока нет. Поэтому я пришла тебя найти. Тифа попросила. Меня она сказала позаботиться о Марлин. Дело в том, что место уже небезопасно. Я отведу тебя в безопасное. Ладно? Блин, да не бойся ты. Они уничтожат бар? Они уничтожат наш дом? Я знаю, это тяжело. Просто помни, у тебя все еще есть папочка. Ты сможешь построить с ним новый дом. Где угодно. Пойдем? Mm-hmm.
блин, ну так мило и трогательно. Чё в наших русских фильмах это все так хреново, а здесь это так круто. Тихо. Милота, ты хорошо пахнешь, а? Как цветочек. I hope you remember it. Я надеюсь, ты это запомнишь. Come on. Давай, пойдем. Это так мило, просто вокруг разрушения, война практически идет. И такой милый момент. То есть, как он снимает напряжение. Знаешь, что я тебе скажу? Мы кучу цветов вырастим в твоем новом доме. Думаешь, я тоже могу помочь? Конечно, можешь. Эй, а у тебя какой любимый цветок? Эй, блин, не дали договорить, тваря. Чертов Ценг. Эрит, ты заставила нас поохотиться. Цэнг. Перед тем, как ты скажешь еще одно слово, знай, что твои варианты ограничены.